И всем привет, с вами я, Александр Сашков. И в этом видеоролике я буду играть в Hello Neighbor. Привет, соседушка, давайте посмотрим целый сначала альфа-третью. Потому что да, это альфа-третья. Я наконец-то даже, ну как дождался, да. Я ее и не ждал. Данная игра уже вышла очень давно. И немного она мне будет мешать. Поэтому я ее немного, вот эту вот программку одну уберу. Потому что она мешать мне очень будет во время игры. Так. Окей. Ладно. Ну, что-то уже начинается. То есть начало нашей игры. Мы играем на ультрах, заметьте. Да, это Hello Neighbor. Привет, соседушка. Да. И мы начнем сейчас данную игру. Так. Ладно, с чего мы начнем? Нам нужен, как всегда, наш бинокль. Берем бинокль. Дальше что? Дальше нам нужно что? Походу нам ничего больше не нужно. Дальше нам нужно бежать сюда. Это первое то, что мы делаем. Бежим сюда, пробегаем. Ай, ладно. Извините. Ребятки. Твою мать. Придется нам все-таки пробежать здесь. Наша такая вот штука, которая может присобачивать предметы к себе. Очень интересная вещь, потому что она, кроме часов, у нас больше такого железного ничего нету. Ну, точнее, того, чего можно вообще сюда сделать. Ладно, у нас есть наш фонарик, да, которым мы будем пользоваться. Так, значит, чё? А значит, ничего. Ну что ж... Давайте тогда пошли дальше. Значит, что нам, по идее, нужно сделать? Можно я вообще его выключу? Пока что. Нам же ничего больше не нужно, да? Твою мать. Твою мать, твою мать, твою мать. О, господи, о, господи, о, господи. Есть. О, господи. Это вообще, это что-то, ребят, это что-то, ребят. Это серьезно что-то. Я вряд ли допрыгнул, поэтому пока что не буду. Так, а интересно, я могу докинуть что-нибудь? Например, диванчик. Диванчик же я могу сесть. Так, тихо, тихо, давай. Ну! Тупой диван, который не падает. Тихо, коробка. Или я такой без руки, или просто... А, вот, да, я попал. Ну, а теперь нам нужно камера. Стал ставить камеры. Странно. Очень уж... Это странно. Надеюсь, он там залагал, по идее. Если он не залагал, это будет очень печально, конечно. Мне кажется, он залагал все-таки. Нет, твою мать, он не залагал. Он не залагал. Да. Я думал, он залагает, он не залагал. Да пошел ты. Опа, блин, я умею прыгать. Ну куда ты кидаешь? Ты что, мой дом портишь, блин?
соседушка, блин. Hello, neighbor. Ну ладно, как бы. Пока что все норм. Ну как, норм. Не норм, конечно, ну ладно. Сойдет. Так. Вот он, наш соседушка, он у нас закрывает двери. Мы должны что-то с ним сделать. О, вышел. Очень странно, смотрите. Да, наш соседушка пошел. Да, он куда-то пошел. Мы за это время должны успеть. Тихо, блядь. Опа, блин. Все, поставил камеру, думаешь, крутой, да? Ты знаешь, где я, но ты не можешь ко мне пролезть. Ты меня понял? Понял? Соседушка, блин. Давай, ты можешь меня палить, но ты не можешь. А я могу выключить эту камеру, да? Давайте, вдруг я что потеряю? Давай, пробеги. Давай. Ну давай же. Ну чё, давай, ну чё, засал, да? Всё, не сможешь. Ничего ты не сможешь. А я смогу. Я твою камеру сломал, все. Удачи. Еще одна камера. Странно, очень странно. Так, еще где камера есть? Как там какие-то коробки у нас есть? Там у нас оружие. Коробки, значит. Че? Больше там ничего нет. А что такое, что такое? Не знаю почему, но я каким-то стал очень маленьким, не? Или это кажется? Нет, видимо. Давай. Да, я что-то очень... Охренеть. Я вообще... Я самый мини-человек, ребят. Охренеть. Это баг с мини-человеком. Надеюсь, он меня не поймает. Давай еще посмотрим эту штуку. Что это мы? Давай. Коробочка есть. Так. Четверочка. Докинул почти. Давай. Сколько мы можем еще смотреть-то туда? Так. Надеюсь, он меня не поймает в таком баге. Ой, я почти прошел. Я почти по ту сторону комнаты, ребят. Давай. Да блин. Перекинь ты уже эту... Перекинь эту комнату, блин. Да, больше умеет. Ого! Ого! Это становится еще интереснее, ребят. Это намного интереснее, смотрите, мы уже вышли сюда. Это говорит о том, что мы нашли новый баг, которого в игре просто не должно быть. Так, а пройти мы не можем, да? Мы можем посмотреть в ту комнату, но пройти мы туда не можем. Очень странно, я же могу все. Ладно, пошлите. Со своим мини-человеком там что такое? Там типа все ломается, ладно. Ну в смысле, я вскрыл эту дверь, что дальше? Тут должно что-то быть. А за стеной нифига. Нет. Я не знаю, зачем эта дверь вообще нужна. Она никуда не ведет. Так, а там что? Ничего? Надеюсь, что меня так не поймает. Давай попробуй меня поймай. Не поймаешь. Я мини-человек, ты чё? Говнюк. Поймай меня. Я мини-человек, блин.
радует то, что он где-то рядом, а я не знаю, где он. Вот он. Он стоит в окне? Не понял, да, он в окне. Охренеть. Тише, тише, тише. Тише, блин. Так, а за дверь мы можем вообще зайти? Сразу через эту дверь. Нет, мы ее открыть не можем. Значит, для этого что мы делаем? Для этого нам нужен ключ. Чтобы взять этот ключ, нужно идти сюда. Блин. А я что, теперь не допрыгну? Я не допрыгиваю. В смысле, ребят? А я не могу допрыгнуть. А, я все могу. Я все могу. Открываем дверку. Открывайся. Опа. Идеально. Мне кажется, я в размерах уже стал немного больше, не? Или так кажется? Нет, я все-таки у земли. Вот мои ноги. Я теперь в ногах. Да. Я теперь человек-ноги. У меня есть только ноги. Так, бежали. Нам нужен этот ключ. Да, видимо, чтобы получить этот ключ, нам понадобится очень долго это все проходить. Да. Потому что только так мы сможем это пройти. Так. Ладно. Идем обратно сюда. Давайте еще раз. Нет. Еще раз. Так. Он значит, где вообще у нас? Так. Значит, что? Здесь... Есть вообще эта штука, да? Значит, что мы делаем? Мы мини-человек, и мы должны как-то это все пройти. Но кроме выключателей, картин, что-то здесь должно быть интересное. Потому что я впервые встречаю такой баг, и я давно его не видел. Точнее, как давно. Я вообще его не видел ни разу. Такого бага вообще в интернете как бы нету. Баг, чтобы переместиться в ноги. Я такое вижу впервые, и... Хорошо, что я стал про это вообще снимать. Ну ладно. Как бы это не важно. Ладно. Так. Что у нас, значит? Здесь ничего интересного нет. Побежали опять туда. Смотрите, мы как будто мини-человек, блин. Мы мини-человек. Давай-ка, мини-человек. Прыг. Да твою мать, ты косорылый. Опять бежим, значит. Значит, чё? Значит, бежим, значит, сюда. В смысле, что? Я вот там случайно не выпустил, нет? Ах ты, блин. Я все допрыгнуть не могу. Что-то я медленно стал бегать, что ли, я не понимаю. Да нет, вроде. Так же, как по-старому. Я бегу, прыгаю там. Так. Ладно. Так. Окей. Ладно. Окей. Окей. Так. Прыгаем. Нет. Так, ладно. Ой, блин. Я не допрыгнул. Ну, похрен. Так. Бежим обратно. Первый раз вижу такой баг, чтобы можно, точнее, как можно, можно было в таком состоянии вообще бегать. Почему я никак не допрыгну туда? Вот то, что вот самое интересное, то, что я не могу до туда допрыгнуть. Как, блин, он что, где-то там? Я не понимаю, где он. Тихо. Блин! Я просто не могу выпрыгнуть вообще оттуда. Вот я только думаю, если он меня схватит, я останусь таким, ну, с таким ростом или нет? Или я опять стану нормальным? Нет, опять. Это, короче, надолго, да. Это потому что, во-первых, это нереально сделать с первого раза. Да и с десятого тоже. Ах ты, блин! Да почему? Мне кажется, что он прям за мной уже бежит. А где он вообще есть? Хотя пофиг, мне как-то пофиг.
Прыгаем. Прыгаем. Опять еще раз. Это сделать просто невозможно. Мы играем как будто за какую-то собаку. Уже. Потому что мы находимся где-то в полу, как будто мы такой собакой, которая быстро бегает, играем. Опять реплей, ребятки. Да, видать, это надолго. Наверное, придется удалить эту часть. Я вот так бегаю, потому что это, наверное, очень долго будет делаться, потому что это реально очень долго. Так. Ну, почему я не допрыгиваю-то, я не понимаю. Ладно, еще раз. Я не знаю, раньше это все, ну, не с первого раза, конечно, получалось. А у меня вообще есть магнит? Ну, все понятно, короче, ребят. Это бесполезно. Это вот вообще бесполезно. Потому что это нереально. Но я открыл дверь. Там что? Там нифига нет. Как будто где-то ходит. Но я не понимаю, где. Ну! Твою мать! Идиотская игра. Ненавижу. Как будто нельзя было придумать что-то поинтереснее. Я даже не знаю, как вырубить теперь этот режим вообще. Чтобы этого режима не было. Ну, блин! Видимо, как-то надо так прыгнуть. Видимо. Чтобы нормально прыгнуть. Но я не знаю как. А, да ладно. Почему он не прыгает, я не понимаю. Я же человек ноги, я должен прыгать нормально. А я нифига не могу прыгать. Странно. Давай, давай, давай. Ну давай. Да как? Да ты... Вот нормально ты прыгаешь, вот. Вот, вот. Вместе с бегом. Вот, у тебя хорошо, смотри, как получается. Вот, ты прям мастер бега, смотри. Мастер прыжков, давай. Вот так же давай здесь. Как я не выпрыгнул? Я не смог. Вот, нормально он прыгает, вот. Офигенно, конечно, смотрите, он прыгает, вот. Что есть? Еще какие-то закрытые двери? Про которые я не знаю. Нет, вроде. Ну! Ой, а в окне? Вот он где, наш соседушка, ребят. Он в окне. В первый раз в этой игре у меня случилось именно два бага, которые мне помогают играть. То есть один баг. Баг этой хрени, который дает нам быть мелким каким-то уродцем. И второй баг это... Твою мать, да почему ты не можешь... Пропрыгать-то я не понимаю. Уродская игра. Я не могу просто допрыгнуть до того места, вообще выпрыгнуть оттуда. Я не понимаю, как это сделать вообще. Я пытаюсь, а я не могу. Вот. Вот смотрите, вот я просто падаю. Я ударяюсь об дверь и просто падаю. Я не знаю, или дело в этом размере, который вот у меня. Или я просто не знаю. Давайте еще раз попробуем. Вот, уже лучше, да, это уже лучше становится, да. Как бы уже лучше стало. То есть я выпрыгиваю до конца, только я не понимаю, как выпрыгнуть правильнее. Главное не попасть соседу нашему. Так, это я рано, значит, выпрыгнул. Значит, что мы делаем? Еще раз опять туда бежим. Это, видимо, знаете, сколько реплеев будет? Дофигища реплеев. Потому что реплеев дофига будет. Давайте еще раз. Раз, два, три, прыгнул. Почему ты не допрыгиваешь, не понимаю. Человек ноги, блин. Тебе так сложно допрыгнуть до какой-то, блин, штуки, которой любой дебил может допрыгнуть. Я вот не понимаю. Вот. Давай. Ну! Почему-то он ударяется именно обо что-то. А по-другому никак? Может, я как-то по-другому смогу это сделать? Так, стена. Значит, здесь где-то в стене. Нет,
пытаюсь пройти. Я пытаюсь это сделать, но у меня не получается. Стул. О! Я вообще... Офигеть! У меня теперь ноги вообще уехали куда-то. Так. Да, у меня камера теперь здесь где-то. Да, у меня камера вообще походу улетела. Куда-куда-то. Вот! Вот как это делается! Вот! Открываем дверь. Спокойно выходим, вот! Зачем мне этот нафиг ключ? Зачем он мне нужен? Я и так отлично, смотрите, справляюсь. Так. Так. Значит, что мы дальше должны сделать-то? Вот! Вот она тактика, ребят. Вот она тактика. Вот где скилл. Нет, скилла нет. А как открыть-то эту дверь? Видимо, нужен ключ. Ой, а где? Вот. Мы что-то должны взять здесь? Тут ничего нету. Тоже ничего нету? Нет, ничего нету. Может, должно что-то появиться здесь? Да ничего здесь нету. Поэтому пошли отсюда. Ружье! А нафига мне ружье? Я ничего не вижу, что там. Пусто. 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 То есть в этих штуках пусто. Но у нас есть, как его назвать-то, дробовик, да. Мы можем взять дробовик. Который непонятно чем стреляет. Мы его взяли. Но он нам как бы не нужен, поэтому... Нет, туда я спрыгивать точно не буду, потому что это тупо. Этого я делать, конечно, не буду. А как открыть эту вот эту вот штуку-то? Видимо, никак. Так, все двери я открыл, кроме этой. Но за этой дверью нам как бы ничего такого нету. Нам теперь нужен ключ. Опять же, тот ключ, который у нас был. Да, у нас есть еще такая дверь. Который мы бы вошли туда, если бы были бы гигантами, да. Но я не гигант я, да. Ну, спрыгивай, давай. Тихо выходим. Можно зайти в другие комнаты. Посмотреть, что к чему. Ух, я уже испугался. Я думал, он вышел. А что, там никак не открыть? Не, никак не открыть. Тогда это еще сложнее. Что нам делать дальше? Куда же я... Стоп. Как я сразу не подумал. Вот. Вот что мы можем сделать. Вот. Я же читаю, нафига мне там что-то делать? Блин. Вот я тут. Блин. Вот я выхожу, вот она. Вот наша штука. Там где-то, где-то здесь у нас ключ. Там где-то. Но я что-то вряд ли до туда дотянусь. Походу вряд ли я туда. Нет. Если подумать, то я вполне могу это сделать, да. Не, нифига. Сколько бы я ни пытался, у меня бы... получилось. Так. Значит, надо что-то делать. Значит, надо как-то прыгать. Все-таки прыгнуть как-то надо.
Так, тихо. Ну, почему ты так прыгаешь-то, я не понимаю. А что, я вообще выйти из этой двери не могу так? Могу, могу, могу. Но очень как-то криво. Я выхожу из нее, ну ладно. Давай же. Он прям в этом окне, там, где я. Так, значит, если я сюда вот так вот сделаю. Тихо. Соседушка, ну ты что? Так. Тогда это точно какая-то проблема становится уже. Прохождение этой штуки. Да, это очень сложно, на самом деле. На самом деле, это очень сложно. Тихо, тихо, где? Где у меня ноги? Нормально. Получится в следующий раз. Я открыл уже как бы все двери. И у меня должно просто получиться. Ну вот просто должно. По-другому никак. Так, тихо вы. Ну, почти же. Только я не понимаю, как вообще этим управлять телом-то, блин. Оно вообще куда-то уехало в сторону. В правую сторону, блин, все улетело. Так вообще скучно, блин, иногда. Я, блин, взломал игру тут. Так. Тише, блин. Ах ты, твою мать. Ну что ж ты такое со мной делаешь, я не понимаю. В общем, по идее, нам нужна карточка. Карточка со входом. Да. Я просто не понимаю, как допрыгнуть оттуда в таком теле. Ах ты, твою мать, да что ж такое? А чё там нельзя? Ладно, все. А, ну чё это? Чё я туплю? Чё я туплю? Ай, зачем я это сделал? А, ну ладно, нормально. Так, а чё я положил ружьё. Взял стул. Взял ружьё. Открыл дверь. Пошёл обратно туда. Сам прикол то, что у меня хорошо видно ружьё. Да. Вот так, как оно и должно быть. Так, ладно. Ну что ж, попытка еще одна. Давайте. У нас все получится, ребят. Ну! Есть! Где наша штука-то? Так. Опа! Где он? Твою мать, где ключ? Лес. Пожалуйста, мне нужно в ту комнату, пожалуйста. Давай, давай, давай. Давай. Ну, ну. Нет, нифига. Так. Нет, нет, нет. Блин. Давай же, давай же. Ты здесь же, я знаю. Ты здесь, прям около меня. Прям около меня. Давай, 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 давай. Ой, я могу туда впрыгнуть, нет? Давай, давай. Давай, другой, пожалуйста. Так. Так. Ладно. Не, зачем? Так. Блин. Давай же. Так, ладно. Ладно. Так, 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 так. Я тут туда не могу допрыгнуть. Все, это какой-то прям... Блин, нет, 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 нет. Мне еще нужен. Ружье вот мне не нужно, вот я его сюда вкину. Блин. Там ее еще хрен вкинешь. Ах ты, блин. Давай. Ну ладно. Давай.
давай же, ты почти здесь, давай. О. Смотрите, как круто. Это охренеть. Я могу даже смотреть ту комнату и там вот соседушку. Я ведь еще не упал, да? Лестница? А вот это вот я не видел. Лестница откуда здесь? А, я упал, что ли, уже? Я почти упал. Так. Ладно. Так. Окей. Окей, окей, окей. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Ну. Давай, давай, давай. Так. Окей. Так. Давай, давай, давай. Ну. Ой, я его, походу, не взял. Так, окей. Так, ладно. Ну давай же, давай же, давай же. Вот. Вот. Давай, давай, давай. Вот, она в текстуре. А где же ключ? Давай же ключ. Ключ. Вот, блин. Придется еще одну картину туда запихнуть. Так. И как же мне тебе достать? Слушай. Я просто уже не представляю, как тебе достать. Видимо, как-то... Ай-яй-яй-яй! Я упал. Это просто невозможно. Так что я даже не знаю, как нам туда попасть. Хотя нет, знаю. Я знаю, как нам туда попасть. Но придется выкинуть бинокль. Ружье там оставили. Но я думаю, оно нам не пригодится. А что делает? Так, ладно, окей. Так, окей, окей, окей. Ладно, так, окей. Дальше сюда. Блин, как бы не попасть к этому соседу. Ладно, так, окей. Забегаем дальше сюда. Значит, что, нам надо здесь сюда как-то попасть. А как мы сюда попадем? Значит, нам нужна коробка. Войти-то. Так. Я не знаю, куда сюда. А, вот. Нет, это выход сюда. Значит, мы входим здесь. Ставим одну такую. То есть вот видно то, что я их ставлю. Так, идем дальше за следующей коробкой. Так, сразу две давайте возьму коробки тогда. Так. Так. Окей. Так. Так. Ай-яй-яй. Так. Тихо. Ну, блин. Да, почти. Почти. Так, а что, она открылась, нет? Не открылась еще. Ну, пожалуйста, ну откро... Ну, почему я туда не могу попасть? А что, так нельзя? Или что там такое? Я же, типа, могу все, не? Не все? А, точно, 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 ребят. Точно. Так, а как картину взять? А ее нельзя взять. Так. А их... А вот! Вот ее можно взять, да! Ее можно взять, вот так кинуть. Все, нормально, все. Сейчас кое-что еще попробую. Должно получиться у меня, да. Так. Эй. Давай же. Ну что, залагал, что ли? Давай, 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 давай. О, молодец. Полез. Нормально. Так. Так, залез. Дальше. Точнее, куда дальше? Так, нет. Не получается туда запрыгнуть, ладно. Ну, блин, ладно. А что на крыше есть? Не просто же так это сделали. О. Идеально. Мы как раз там.
не должны быть. Так. А как мне туда попасть? Туда нам не... Туда нам никак не попасть, как бы. Или попасть. Ладно, я попробую. Так. Значит, что? Значит, прыгаем туда. Попробую прыгнуть. И допрыгнул. Смотрите-ка. Так. Тише, тише, тише. О! Нет, я до туда вряд ли допрыгну, потому что там... Нет, до туда я точно не допрыгну. Так, ладно. Идем назад. Тихо, тихо, тихо. Опа. Здесь у нас, значит, стена, здесь у нас что-то сломано, там дальше идет что-то такое. И мы можем перепрыгнуть на тот балкон. Но там мне не нужно вроде ничего. Так, а что если... Нет, у меня точно не получится, потому что... Потому что у меня не получится. Я просто знаю. Значит, что? Значит, нам надо как-то вот туда попасть. А вот как попасть, я вот представляю даже. Даже если бы я как-то мог вот, перелезть через эту штуку, через стену. Нет, у меня такого не получится. Значит, придется... Ай-яй-яй-яй! Я упал. Так, а что там вообще происходит? Комната. Комната. Соседушка. Нет, ничего. Короче, все, теперь... Ну, нужно теперь ключ. Да. Ай-яй-яй. Блин. Так, ладно. Побежали дальше. А, я вам предлагаю вот так вот еще сделать. Сейчас попробую пробежать. Сейчас что-нибудь придумаю. Я что-нибудь придумаю. Так. Ладно, ладно, ладно. Так, ну! Нет, у меня не получится. У меня не получится, нет. Вряд ли. Вряд ли у меня получится вообще это что-то сделать, что-то придумать с этим. Да, не получится. Тихо, 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 тихо. Ах ты, блин. Ладно, а без ключа, видимо, я никак дальше не проберусь. Сюжетный, да? Только если заберу вот этот вот стул, значит... А, ну я открою только эту дверь. Мне так не нужно. Так, там наша соседушка. Тут, значит, еще кто-то закрыл дверь. Мы здесь все уже были, если вы помните. Так. Как этот замок-то, блин, снять? Вообще его можно как-нибудь убрать? Нет? О, я вообще в текстуру. Я вообще в текстуру. Я вообще полностью вообще. Прошу в текстуру. Вот! Там. Вот, я могу спрыгнуть туда. Вот. Где вот место еще есть. Вот оно и. Место есть, блин. Вот оно. Так. То есть смотрите, если подумать, то здесь вообще как бы можно это все сделать. Это как бы. Блин. Так, ладно. Как нам туда попасть? Как нам туда попасть, в ту комнату? Тут-то ладно. Тут я как-нибудь разберусь сам. Ах ты, блин. Ключ. Яблоко-ключ. Ну, это я понял, то, что за картиной яблоко-ключ. Это я знаю и без вас. Вот меня интересует, как попасть... Вот туда. В смысле, взять этот ключ. Вот это вот я понять не могу. То есть я не знаю, как это сделать. Ну, давайте попробуем еще перелагать его. Давай, 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 давай. Лагай, лагай, лагай. Лагай дальше, лагай. Нет, не лагай дальше. Что-то не лагай дальше, не пролагивай. Не пролагивает что-то. А я не могу через эту штуку пройти. Ладно, давай.
О, я снова в своих ногах. Теперь хотя бы прыжки нормальные. А чё я оббегаю дом? Что-то думаю вообще, нафига? Если я так могу. Ладно. Давай, 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 я смогу. Вот. Нет, показалось. Чё я опять оббегаю? По привычке уже. Прям привычка уже оббегать это все. Так. Ну, по идее, мы все собрали то, что нужно. Теперь, кроме ключа, нам ничего не нужно. А, почему я не допрыгиваю туда? В общем, ключ валяется в стене, и я его из стены как-то достать не могу. Вот в чем прикол, блин, этот. То есть, другого прикола здесь нет. Тише. Ах ты, я... Да ладно, это нереально. Так. Давайте ноги. Прыгайте. И не допрыгайте. Зачем я пошел через эту комнату? Ладно. Попробую что-то с этим сделать. Так. Давай. А! Да ладно. Так, не получилось. Еще раз. Так. Значит, чё? Значит, чё? Так. Идем сюда. Так. Так, окей. Ладно. Окей, окей. Так. Ладно, ладно. Окей. Прыгаем. И не допрыгиваем. Ну, зачем я бегаю, блин? Неужели никак не попасть в ту комнату без... Давайте все-таки еще раз попробую. Наберу сейчас коробок. Очень темно. Очень темная игра. Давайте я наберу еще коробок, попробую еще раз. Ой! Я попал сюда? Так. Ой-ой-ой, блин, зачем я это делаю? Блин! Тупой. Вот, скидываем. Так, значит, чё? Карта у нас есть. Это идеально. Это просто идеально. Так, значит, строим мы. Как мы строим нашу штуку? Я вообще там строю, нет? Так, а как мне попасть тут? Где коробки? Твою мать, где коробки? Снизу есть еще коробки. То есть как бы не маленькая потеря у меня. Коробочная. Не знаю как. Но я все-таки это сделаю. Я построю. Огромнейшую такую штуку. В чем прикол, я потом расскажу. Нет. Окей, нам еще долго. А что там, по-другому никак? Так. Тихо. Так. Я не смог. Похрена. Так. Ладно. Ну как туда попасть? Так. Ладно. Ладно. Мне туда никак не попасть. Видимо. Но я открыл скрытые двери. Поэтому мне хоть это что-то, наверное, но дало. Да.
там. Я могу сюда попасть, еще раз говорю. Я могу здесь побегать, только не знаю зачем. А еще я могу попасть в ту комнату, которая вроде закрыта. Но теперь уже нет. В которой было ружье. А больше здесь ничего нет. Здесь открыть нельзя. Там стена у нас, да? Там пройти мы не можем. Или можем? Давай же. Нет, вряд ли. Кажется, что-то сработало, но я не знаю, что. Так, ладно. Попробуем еще раз. Давай, давай. Лази, лази. Лезь! Есть, он полез. Наш мини-человек полез, да. Забагованный человек полез. Так. Ой-ой-ой, еще не свалился. Так. Значит, что? Здесь мы находимся здесь. Там у нас дверь. Да, мы попасть не можем. А в той комнате... У нас что-то есть, да? Такое интересненькое. Но туда мы никак не можем... А хотя да! Хотя мы можем туда попасть. Чё мы? Чё я говорю? Что я говорю, ребят? Мы же можем туда попасть. Ай-яй, осторожно, осторожно. Опа, молодец. Тихо идем. Блин. Короче, мне не нужен этот нафиг магнит. Давай, берись. Беритесь, беритесь. Жалко, здесь только что 4 слота есть. Ну ладно. Так, ладно. Так. Давай, давай. Полез, полез, полез. Смотрите. Полез. Наш маленький человек, который, смотрите, руки даже видны, как они лезут, блин. Так. Окей. Так. Ставим коробку. Да, правильно. И так. Осторожней. Осторожней. Тихо, блин. Где коробка? Окей. Ну! Почти! Давай, есть! Я попал в эту секретную комнату. Здесь, значит, что? Здесь что-то какие-то палки. У нас здесь, значит, есть какие-то коробки. Которые вообще не в тему. Очень дофига коробок. Ну вот, очень дофига коробок. Окно. Окно, которое непонятно куда ведет. Да. И лампа странная. Так, больше здесь ничего нету. Но мы можем попасть вот в ту комнату. Да, вот эту лампу мы можем таскать. Она дает свет. Давайте я выброшу в окно. Да, окно можно сломать. И вылезти в окно. Да! То есть, смотрите, вот мы влезли в это... как ее назвать-то? Так, здесь что-то... О! Серьезно? Я нашел лом. Да ладно. Так, теперь мы идем, знаете, куда, ребят? Ой-ой-ой, свалился. Ладно. У меня есть лом. Я беру лом. Открываю. Так, и сейчас будет концовка, ребят. Сейчас будет концовка игры Hello Neighbor. С читами. Так. Твою мать, я забыл. Так, осталось где-то 5 минут до конца. Окей, 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 окей. Так, надо побыстрее все это закончить. Так, берем карту. Берем карту. Нам нужна карта. Берем карту. Бежим вниз. Блин. Бежим очень-очень-очень быстро вниз. Прям очень быстро. Так. Так, и открываем дверь. Все. Мы входим в эту дверь. Давай, давай, давай. Ну. Давай же, открывайся. Ну же. Давай, нормально. Во. Все. Мы попадаем в комнату. Нет, не попадаем. Ну почти. Да, там еще комната какая-то. Вот. Там, смотрите, вот даже там есть знак какой-то. На который мы можем посмотреть. Взять мы его не можем, так как мы карлик.
Там сосед у нас плачет, а? Видимо. Так, значит, здесь больше ничего нету. Все, Hello Neighbor, game. Все. Мы закончили, мы прошли игру. Это было интересно, это было, сказать так, сложно немного, но мы прошли. Да. Это была игра Hello Neighbor, game. Мы прошли всего лишь альфа-версию. Мне она понравилась. Но я думаю... Все, наверное, то есть... А, ну... Я там бегаю где-то еще, походу. В общем... Я там где-то звуки слышно, то есть мы можем еще бегать где-то. То есть мы где-то еще бегаем там. Можем подбегать к соседу, но я не понимаю, что там происходит. Ну ладно. В общем, смысл понятен. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.